вот так вот кораблик меня выгрузил. Я остался один на берегу. Вот представьте, это мой мисяк. Ровно сутки я буду один. С Господом, с небом, с водой, с рыбалкой. Буду жарить рыбу. Я забыл масло, кстати, подсолнечное, молодец. И вот такое вот все буду я тут промышлять. Честно, я сижу и загораю на этом прекрасном кислороде. Хоть где-то позагорать. После того, як я поспівав пісень, я зрозумів, що відразу стало холодно, тому що коли на вулиці вже друга половина жовтня, октября, прохлада просто моментально. Я тут стояв ще в торсі, розумієте, голим, і прекрасно рибачив, і розумію, що моментально стало дуже холодно, і я розумію, що треба розкладати палаточку, стелити, і саме головне, обустраювати обогрів, який я покажу, який обогрів, без обогрєва. На глубоком трючке можно задзябнуть. Пока тут прогревается мой обогрев. Нашел старую цену за 540 гривен. Такой цены вообще нигде нету. Слава Богу, что у людей есть доброе сердце и совесть, и вовремя продавать. Посмотрите, ребят. Это, значит, мой такой уголок здесь. Такой карповика. Там, значит, у нас тоже на карпов. Но там и на мелкую. Но не ловится, потому что рак объедает все. Надо думать, как с ним бороться. Здесь у меня спальная зона. Сейчас разложу палатку и поставим здесь жилье. Хочу похвастаться, не трепыхается. Так, ну наконец-то суповой набор начинает набираться, а то духу нечего сварить. Первая наконец-то поклевка на червя, на фидерок. Ура! Пока я складывал палатку, ребят, произошла маленькая поклевочка такого прекрасного, милого карпуши на особенную снасть. Кому интересно, пишите, отвечу и покажу. Вот такая у меня халабуда. Тут у меня теплышко будет греться. И так я буду спать. Холосяцкий ужин. Сосисочки, капусточка с морковкой. И, конечно же, тишина. Буду ложиться, баюшки, бою, час ночи, пока то, пока сё. Ой, буду отдыхать. Не перерывайте, будет, завтра что-то будет, должно быть интересно, если я не замерзну. Вот, укрылся, греешься, там у меня даже видно луну. Светит. Какая-то сова прилетела ко мне. Жужжит, поет. Вот оно утро. Вот оно утро туманное. Подивіться, яка гарнота. Яка красота. Я зранку спіймав два карпа. Саме цікаве, що ловились вони не на ту річ, на яку я планував. Но сработали старі макушатники. Дальня вообще була вот туда. Вот это була туда, вся перепутана. А я чую что-то зеленькое. Хорошо, что я встал. Я думал, что может карась. А вот еще друзей я понасобирал вчера. А ну, просыпаемся. Как звать, фамилия? Было дуже тепло, кстати, с буржуйкой. Первый раз я спал. Ну, хорошо, когда такая велика палатка. Конечно, два одеяльца, но было очень тепло. Даже что-то снилось. Вот, но, взагалі, конечно, непередаваемая обстановка. Вода в Дністрі теплющая, а в відрі була, то, не знаю, руку сводит вообще просто от холода.
Так, ну что, рыбалка моя кончена. Было очень много сходов, штук 10. И крайний был прямо перед выходом уже отсюда. Удочка улетела в воду. Я, чтобы видели, как я прыгал за ней. Вот там он дальняя. Подтянул уже к берегу и такой тык-тык-тык-тык. И как вышел с губы или что, не знаю. Расстроился ли я? Насмерть просто. Расстроился. Сейчас вот собрался. Сейчас заезжает за мной, потихонечку буду ехать домой. Загорел, кто видит. Лицо подгорело, я ходил весь себе обнаженный, немножко позагорал. Очень теплая зима, ночью прохладно, но буржуйка греет. Так что советую, берите вот этот газовую буржуйку. Так было круто, как будто вы где-то у бабушки Зины в детстве лежишь, а она греет. С вами был жизнерадостный Диак. Подписывайтесь, делите видео, участвуйте во всех моих жизненных историях, если хотите, если интересно. Если не хотите, не участвуйте. Всего доброго, ангелохранителя, берегите себя. И пускай жизнь будет прекрасна во всех моментах нашей жизни. Летят, летят уже казаки. На старт. Внимание. Марш. Это не все. Парень, который должен был за мной приехать, немножко опаздывает. Ребята, я почистил рыбу. Я сидел, думал, что делать. Ребята, закинул вот снасть. И Господь послал еще одного карпа, потому что у меня был такой срыв в конце. Сорвался. А вот посмотрите, какой красавчик попался. Я вот сидел, вот смотрите, просто... Ну, снасть сейчас покажу. Какая снасть сейчас работает? Когда рак клюет, снасть работает только одна. Делюсь. Итак, вот он карпик. И вот пошла снасть. Простая кормушка. Забиваешь горохом и забрасываешь.